маньяк дознає Соловева в тобі. Наскільки успішним все це може бути, і чи дійсно нові заколоти вже написані, і хто там плює в обличчя Путіну, а він витирається і робить вигляд, що нічого не трапилось, бо вже радий, що йому хоч хтось плює. Зараз я про Ердогана і не лише. Ігор Ейдман, політолог та соціолог з Німеччини, зараз долучається до нашого ефіру. Ігор Вільєнович, здравствуйте, рада вас видіти. Здравствуйте, взаимно. Вот история Пригожина просто не исчерпывается, как ни крути. А мы с вами говорили, что, возможно, мы увидим еще некие продолжения. Песков сегодня вышел, говорит, Путин встречался 3 часа, 35 человек, что-то там да, обсуждали. Как вы думаете, они действительно пришли к какому-то консенсусу или просто так встретились перетереть, говоря на их языке, и возможные разборки криминальные там будут? Да и сам Пригожин, я так полагаю, что еще не сложил все свои кувалды в ящик. Я думаю, что основной целью этой встречи было желание Путина и вообще в целом Кремля оторвать от Пригожина его армию, да, то есть в лице вот этого так называемого совета командиров. То есть они давно уже пытаются бить клин между Пригожиным и его командирами. Это уже было заметно еще и раньше, да. И пытаясь, то есть им, собственно, Пригожина они боятся. Пригожин для них конкурент, это такой опасный политический игрок, непредсказуемый, который может, вот, не знаю, в любой момент какой-то переворот попытаться устроить в таком духе, с одной стороны. С другой стороны, им эта ЧВК Вагнера нужна. Нужна. Она нужна и в Украине, нужна против Украины, украинских войск, она нужна и в Африке, и в других местах. Это уже отработанный инструмент российского военного агрессии, военного влияния. И распускать ее просто они не могут, я думаю, физически, да и не хотят. И поэтому они хотят оторвать от командиров от него. И я думаю, Путин пытался лично разводить командиров ЧВК Вагнера таким образом, чтобы они заключили контракт с Министерством обороны, а Пригожин как бы здесь шел лесом. Да? Значит, скорее всего, это похоже на то, потому что это же есть такая же позиция и у российских СМИ, которые сейчас пытается дискредитировать Пригожина, показывает его дома, там его дом, вернее, это особняк, где, значит, всякие предметы роскоши, деньги там и так далее, золотые слитки и прочие кувалды, да. Вот, они показывают, и при этом они все время подчеркивают, но вот все-таки вагнеровцы — это герои, бла-бла-бла. Вот, я думаю, что это им не удалось сделать. Почему? Потому что по той информации, которая сейчас есть, значит, нет такого, а есть полная уверенность, что они не подписывают договор, эти командиры договор с Министерством обороны, иначе бы это было озвучено уже российскими СМИ, отпиарено. И более того, есть другая информация, было короткое интервью с одним из пригожинских командиров, который заявил, что их, значит, Пригожин распускает, что ничего подписывать не будут, это же было после встречи, и что Пригожин их распускает до 1 августа в отпуск, а потом, мол, они будут в Беларуси окапываться. Так что... Значит, ничего, я думаю, у Путина, если он даже и пытался подобный трюк, значит, устроить, да, ничего не вышло. Пригожин живее всех живых, что называется. У него все, практически большая часть его ресурсов сохранена. У него сохранена и эта армия частная, наемная, пока он ее контролирует, а не Министерство обороны. У него и деньги ему тоже отдали, как бы ресурсы в Африке у него сохранены, где у него основные вложения, основные, значит, источник прибыли. И даже медиа он не все потерял, потому что вот он, да, этот медиахолдинг вынужден был, значит, остановить его работу только потому, что просто власти российские перестали на него давать деньги, на его медиахолдинг. Но в телеграм-каналах все эти пригожинская сетка, она продолжает работать и продолжает, мало того, что словословить Пригожина, они уже издеваются над Путиным. Например, в одном из таких пригожинских каналов, там, Crazy Zone, там, значит, я недавно совсем, вчера видел такой ролик, где Путин, ну, как бы скомментирован таким образом, что Путин постоянно говорит, что его обманывают, его водят за нос, значит, и так далее, обманули дурака на 4 кулака. Это было связано с тем, что Турция кинула Россию, Путина конкретно, с тем, что, значит, вернула Украине плененных воинов, да, руководителя Азова. И, в общем-то, издеваются даже над Путиным. Так что, я думаю, все еще впереди, и Пригожин — это то ружье, которое, как известно по Чехову, да, висит на сцене. Если оно висит на сцене, оно должно выстрелить. Я думаю, что оно попусту просто так холостую долго висеть не будет. И мы в скором времени увидим, что какой новый выстрел, значит, по российскому государственности произведет Евгений Пригожин. Ну, а в этот раз он не в холостую все-таки стрельнул?
Нет, он, конечно, не стрелял не в холостую. Это, знаете, как когда артиллеристы, да, они, значит, должны какой-то расстрелять какой-то объект, да, а сначала там недолет, потом перелет, а потом уже в десятку. Вот у него был недолет в этот раз. Посмотрим, что будет в другой. Но в другой раз он уже научен, значит, опытом, он будет более точно метиться, я думаю. Будет подбирать более тонкие инструменты для того, чтобы, значит, если устроить какой-то передел власти в России. Он сам будет этим инструментом управлять или сам является инструментом в чьих-то других руках? Нет, я вот здесь не сторонник этой конспирологии, теории заговоров. Он сам по себе еще тот фрукт, да. Значит, с таким же успехом можно говорить, а кто там стал за Сталиным, да, или за Берией даже. Понятно, что они сами за собой стояли. И Пригожин стоит сам за собой, естественно. Сам себя подгоняет и сам себя направляет. Он типичный совершенно, неуправляемый. Это у него видно просто по поведению. Я еще думаю, что он сидит к тому же на наркотиках, на кокаине или на каких-то амфетаминах. Потому что в его уже не молодом возрасте устраивать такие, знаешь, на трезвую голову, то есть не на замутненную какими-то наркотическими средствами голову, устраивать такие шоу, да, я думаю, тяжеловато было бы. Просто нереально даже просто. Так что и никто его, конечно, не контролирует, и он абсолютно непредсказуем, что у него там в голову завтра придет, никто не знает. А то, что Путин его вот, что называется, он его надкусил, но не съел, да, и в результате даже фактически отпустил пастись на, значит, предел, даже не в Беларуси, а в Россию. То есть, скорее всего, Пригожин просто его обманул. Обещал уехать в Беларусь, ни в какую Беларусь он не уехал, оставил старика Путина в дураках опять, значит, и теперь где-то ездит между Питером, курсирует между Петербургом и Москвой. Так что то, что он вот его в таком виде Путина оставил, скажем так, недобитый враг, самый опасный, как известно, в мафии, значит, это, я думаю, что он за это еще поплатится. Причем очень серьезно. Эрдоган тоже оставил Путина в дураках? Ну да, конечно. Эрдоган его все время оставляет в дураках. Эрдоган, он такой восточный политик, хитрый, да, то есть он на словах, он ну так некоторые восточные политики, там еще в прошлых времен это было характерно для их стиля, то есть велеречивые на словах, значит, мягко стелят, это значит, комплименты делают, делают вид, что лучшие друзья, а сами кривой таган в спину. Ну вот примерно Эрдоган так себя и ведет. А как вы думаете, действительно ли они знали в Кремле о том, что будут отданы командиры Азова? Как они там вообще это все восприняли? Как это будет теперь влиять на поведение того же Путина? Ведь он же так обижается, мы так подозреваем, вот просто на все и на всех, такой сильно обидчивый и мстительный при этом. И не от великого ума еще и месть это может быть разное. В чем это может проявляться? Буксирование зерновой сделки. Как вообще это повлияет на развитие вектора отношений между Турцией и России? Дело в том, что российские власти, Путина, очень сильно зависят от Турции. Они бы, конечно, рады бы на нее боковать, но если еще и Турция, скажем, присоединится к санкциям и начнет такой последовательно вести политику, то в отношении России, особенно в экономической сфере, то тогда просто серьезнейшие проблемы будут. Они и так, что называется, еле-еле держатся. И каждая страна, которая имеет с ними дела какие-то, экономические прежде всего, крупная страна, это на вес золота. Поэтому Турция наряду там с Китаем, Индией, это важнейшие сейчас экономические партнеры российские. Поэтому, я думаю, Путин при всей своей обидчивости засунет эту обиду свою куда подальше. Игорь Веленович, Йенс Столтенберг, генсек НАТО, сообщает, вот пока мы с вами разговариваем, что президент Украины Владимир Зеленский таки будет принимать участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Я напомню нашим зрителям, что уже 11-12 числа встретятся члены НАТО в Вильнюсе. И там, в частности, у Украины большие ожидания от этого саммита. Мы уже слышим разные заявления. Что говорят в Германии? Какая ваша вообще оценка? Насколько перспективным и хорошим для нас этот будет саммит НАТО? И оправдаются ли там наши ожидания? Я уверен, что этот саммит будет перспективным и даст Украине много, даст Украине военной области, прежде всего, конкретно, то есть новые будут
транши помощи обещаны, новые какие-то программы по поддержке украинской армии. Это все неизбежно совершенно. И будут в сфере безопасности тоже определенные движения, в том числе и движения в сторону принятия Украины в НАТО. То есть, наверное, будет заявлено, что это будет сделано без каких-то предварительных программ, да, интеграции, как это было сделано, это будет так, как Швеция и Финляндия. То есть Швеция, правда, формально еще не вступила, но тем не менее, то есть ад-хок, что называется, сразу же. Но ждать, что вот Украину примут в НАТО вот на этом саммите конкретно, конечно, не приходится. И пока война идет, и Украину в НАТО, к сожалению, не примут, скорее всего. Значит, но все другие возможности для помощи, я думаю, будут использованы. Как вы думаете, те страны, которые не сильно шибко поддерживают наше вступление и ускоренное вступление в НАТО, что ими сейчас движет? Ну, как бы надо конкретно тогда говорить. Ну, например, Венгрия, да? В Венгрии Орбана. Это мафиозное государство, мафиозная система. В общем-то, есть даже просто уже фундаментальные работы. А в Венгрии эпохи Орбана как о мафиозном государстве. Можете найти в интернете. И это не только мафиозное государство. Это государство, как, тесно связанное с российской мафией. И поэтому Орбан, естественно, под сильным влиянием России. Я даже думаю, что у российской власти есть на него просто конкретный компромат. И он был связан с российскими бандитами, мафиозными группировками еще до того, как пришел к власти. Значит, там был такой Семен Могилевич, один из известнейших российских мафиозо. Значит, он жил в Венгрии и общался с Орбаном, был как бы у них общие дела были. Так что я думаю, что его политика диктуется именно этим. То есть не какими-то идейными соображениями, а чистым шкурным интересом, да, что он просто связан с этой его мафией, дружит с путинской мафией. Значит, что касается других, ну, Эрдоган, как мы знаем, очень хитрый, мы уже обсуждали, он, то есть у него, он все время лавирует и пытается везде свою выгоду найти, да, видите, он уже, значит, поставил условие, что если хотят, чтобы Турция дала, значит, разрешение на вступление Швеции в НАТО, тогда принимайте Турцию в Евросоюз, то есть он везде пытается какую-то выгоду получить, поэтому его позиция по поводу Украины, вступления Украины в НАТО, она будет зависеть от того, что ему предложит Запад взамен. Насколько ему хорошо за это, ну так условно, не конкретную взятку, а условно заплатят какими-то уступками, какими-то, я не знаю, может, оружием каким-то навещим. Ну, в общем, разными вариантами, разные варианты могут быть. Ну, а остальные страны, я думаю, не будут препятствовать вступлению Украины в НАТО, и в этом смысле проблем больших не будет. А Путин ведь так не хотел, чтобы НАТО расширялось, а тут как-то все наоборот опять-таки получается. Но это у него вот всегда, у него такая манера, да, то есть он все ровно наоборот получает. То есть он двигается в одном направлении, а идет в другом. То есть он, например, старается не пустить, скажем, чтобы НАТО не расширялось на восток. Оно, как видим, расширяется, и во время его правления граница выросла между Россией и НАТО, благодаря вступлению в Финляндию в НАТО, выросла в разы. И теперь НАТО уже стоит, можно сказать, на пороге у его родного Петербурга. И все благодаря его усилиям, потому что если бы не было вторжения в Украину до прошлогоднего, то не было бы и расширения НАТО в этом направлении, по крайней мере. Так что все он делает, все, даром, как песенку такую пела Алла Пугачева времена моего детства, даром преподаватели время со мной тратили, даром со мной мучился самый высокий маг, да, то есть все, что слушал он невнимательно, делал все кое-как. Вот Путин тоже преподавателей мудрых слушает невнимательно, делает все даже не просто кое-как, а наоборот. Делает все так, что, собственно, вредит самому себе. Игорь Веленович, а кого ему слушать? Я вот так задумалась в этот момент. Сегодня там Герасимова достали, показали, да? Ну, хотя Залужный всегда говорит, не надо недооценивать врага, и Герасимова в частности. Но а кого? Кого сейчас, как вы думаете, слушает Путин? Или уже вообще никого и действует только по своему наитию, в зависимости, вот как он там, цели СВО не меняются, но меняются. Вот как он сейчас может действовать? Вообще, понятно, что у меня нет инсайдеров в Кремле, но есть как бы знание истории определенно. Да. Значит, обычно вот диктатор, который много лет правит, обладает полной всей полнотой власти, стареет в этом, что называется, дворце. Есть даже такая работа, да, не работа, а книга Маркеса «Полковнику никто не пишет». То есть он постепенно, он обречен на одиночество. Он начинает быть его, он, во-первых, он крайне подозрителен, он всюду подозревает заговоры, он всюду подозревает, что им пытается манипулировать. Он все время думает,
о том, что, значит, его кто-то пытается, вот как Путин часто говорит, обмануть, водить за нос и так далее. В результате он обреченное одиночество, тотальное одиночество. И в конце он, эти диктаторы начинают слушать своих охранников, там, шоферов. Потому что они думают, что это люди простые, значит, и подозрения у них не вызывает. Но в результате начинают слушать там кухарок. Вот у меня такое ощущение, что Путин уже давно в основном общается со своей обслугой и слушает в основном ее. Недаром, кстати, многие люди из его обслуги потом делают большую карьеру в Кремле. То есть он потом выдвигает вперед. Вот тот же этот Алексей Дюмин, например, который в его охране служил, и многие другие. Да-да-да, у Дюмина там, конечно, тоже я так биографии, когда интересовалась, просто карьерные взлеты и разные такие. Надо же как вот так окружение ближайшее, такие многогранные талантливые личности некоторые. Сейчас, конечно, иронизируют, да, но это как они хорошо там прислуживают, что потом так хорошо устраиваются. Это так и работает, да, такой механизм? Ну да, я говорю, что в какой-то момент диктатор уже начинает своих сподвижников не бояться, не доверять им, просто откровенно их уже не любит, а избавиться от них не может, потому что если избавишься от этих, надо брать каких-то других на первую позицию, они еще неизвестны, мало ли кто там может быть. Заговорщиков можно набрать себе, значит, в команду. А люди, которые его обслуживают, они его, ну, как бы, тут нет такого к ним отношения, подозрения. Вспомним тот же Брежнев, например, у него самые последние годы самой близкой была эта медсестра, которая ему делала уколы, и его же она, значит, ему нелегально проносила снотворные успокаивающие средства, которыми Брежнев сильно, значит, злоупотреблял. Вот это, может быть, был самый близкий человек. Я думаю, что у Путина сейчас тоже на таком уровне. Конечно, есть еще вот эти все старички-силовички, которых он собирает периодически, значит, на всякие советы безопасности и строит. А они, значит, своими трясущимися руками, пропитыми, опухшими старческими мордами кивают ему на все глупости, которые он говорит. Значит, он им, конечно, в какой-то степени понимает, что они ни на что не способны. Старые патенты, они не способны ни на что, и не могут против него заговор какой-то устроить и так далее. Но я думаю, что он просто уже глубоко, они ему страшно надоели и глубоко несимпатичны. Это чувствуется вообще. Он на них очень любит наезжать, унижать их и так далее. Это видно даже по тем кадрам, которые российское телевидение распространяет. Достаточно вспомнить, что он устроил на том Совете Безопасности, когда было принято решение о вторжении в Украину, как он унижал, значит, своего главу, значит, службы внешней разведки. Да? Так что это все, в общем-то, тоже в достаточной степени отработанный пар. И по большому счету он одинок, глубоко одинок и несчастен, как все диктаторы. Как Сталин в свое время в глубочайшем одиночестве умер, да, когда его, значит, можно сказать, задохнулся в луже собственной мочи, потому что все боялись открыть дверь и пойти, значит, оказать ему помощь, потому что, не знаю, он настолько запугал всех, все, в том числе свое окружение, что в результате в туком-то, где он валялся, значит, уже полумертвый, пришли, по-моему, через сутки после того, как он потерял сознание. Но этого они боялись просто зайти. Так же и Путина что-то примерно такое же бы ожидал, если бы он еще на какой-то длительный срок остался в своем кресле, да, президентском, диктаторском. Но я все-таки надеюсь, что такого времени у него нет, и его, значит, правление, оно прервется в достаточно близком обозримом будущем, возможно, в результате очередного какого-то мятежа или заговора. И ждет его Гаага. Игорь Веленович, благодарю вас от всей души. И смех и грех. Спасибо вам за прекрасные комментарии, что находите время. Всегда вам рады. Всего доброго. Игорь Эйдман, социолог та політолог з Німеччини. Друзі, був гостем нашого ефіру.